Менчики и вумчики, я вас безусловно приветствую. Как вы, возможно, могли заметить ранее, у меня на этом месте стоял мой MacBook. Теперь тут будет стоять чайник от компании Xiaomi. Да, у меня на канале есть распаковка этого чайника, мини-тест, мои впечатления, но нет, я не собираюсь теперь организовывать серию роликов об этом чайнике. Но я просто хочу поговорить о компании Xiaomi в целом. Ведь есть очень много людей, которые сомневаются, оспаривают качество продукции компании Xiaomi. Многие из этих людей говорят, что Xiaomi для бомжей типа того. Я не знаю, почему эти люди так считают, может быть, потому что Xiaomi делают достаточно бюджетные устройства, но при этом очень крутые, и у этих людей бомбит. Кстати, я сам люблю и Apple, и Samsung, и Honor, и Huawei, и все остальные бренды. Потому что я фанат гаджетов. Я люблю и Xiaomi. Знаете почему? Ты покупаешь даже чайник от Xiaomi и чувствуешь качество. Помните те времена, когда блогеры удивлялись, да и вообще люди говорили, у Apple такие магия в деталях, да, проявляется, то есть они прям там охали, ахали, что-то трогали, говорили, вот эта деталь, мелочь, и тут я чувствую магию Apple. Вот, друзья мои, я хочу сказать, что у Xiaomi тоже есть такая магия. Вот это, казалось бы, обычный электрочайник, в который ты наливаешь воду для того, чтобы в дальнейшем попить чай, кофе, неважно что. Но вы не представляете, насколько приятно пользоваться этим чайником. На нем приятно нажимать кнопку включения-выключения. Понимаете, у меня было много чайников от разных компаний. Но насколько вот эта кнопочка-переключатель плотно там сидит и не болтается. Насколько приятно просто брать и щелкать. Ты щелкаешь и понимаешь, что он прослужит тебе лет 20. Далее механизм для подъема крышки для набора воды. Он также плотно сидит внутри. Не болтается, не люфтит, не дребезжит, не дергается. Все идеально просто проработано. Понимаете, вот эта вот целостность конструкции данного чайника говорит о той самой магии, о которой я говорил в начале. О магии Apple. Что у Xiaomi она тоже есть. Просто нужно хотеть это видеть и сравнивать. Вот эти вот мелочи, и они реально чувствуются, и реально приятно пользоваться техникой Xiaomi. Так и в телефонах, но почему я говорю о чайнике? Да потому что это всего лишь чайник, а настолько все идеально проработано. Видно, что компания, они реально дорожат своим именем. Потому Xiaomi никак не может быть для бомжей, ибо компании, которые делают для бомжей, они не прорабатывают такие детали, такие мелочи. Обычный чайник и чувствуешь, что о тебе позаботились. Ты чувствуешь, за что ты заплатил деньги. Помните время, когда Samsung производили DVD, чайники, все остальное? Вот это вот они везде занимали свои ниши. И все говорили, что Samsung это самое качественное. Так вот, Xiaomi походу решили занять вот это вот все. Мы вам дадим качество крутое. Только еще дешевле. Если вы также любите компанию Xiaomi, и согласны с тем, что я говорю, поставьте лайк. Посмотрим, сколько нас. Xiaomi, вот.